Всем привет, с вами Блейдер Чамп. Сегодня у нас новая битва Феникса до 10 очков. Соперником его станет Найт Лэнс. Посмотрим, кто же из них победит. Итак, очередная фулл битва Феникса. Сразится он сегодня против Найт Лэнса. Раунд 1. Феникс мощно атаковал. Как же он душит. Он давит просто на Лэнса. Первый раунд забирает. 1-0. Второй раунд. Ой-ой, мощнейшая атака прошла. Но в этом раунде, кстати, Феникс поддушил меньше. И счет 1-1. На этот раунд уже третий по счету. На самом деле, немного Феникс сам спас Лэнса тем, что откинул его от экстрим финиша. И счет становится 2-1 в пользу Лэнса. Офигеть, что за раунд. Феникс чуть сам не вылетел в оверфиниш, но в итоге выкинул Лэнса в экстрим финиш. Счет 4-2. И запускаем. Дальше. Пятый раунд идет. А вот вам и взрыв. Феникс делает 6-2 очень быстро. И дальше идем. Ничего себе, как Лэнс толкнул Феникса. И счет становится 6-5. Вау. Next round. И вот, пожалуйста, счет уже 8-5. Очередной взрыв Найт Лэнса. Теперь каждый раунд может стать последним. Так, чуть поспокойнее стало. Ой, Лэнс на самом деле очень в опасном положении находится. Но все-таки переживает. 8-6 он делает счет. Может ли? А Лэнс не смог. Победителем сегодняшнего ролика становится Феникс со счетом 10-6. Ну, весьма уверенно вынес он Лэнса. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.